конечно. Что касается общих требований к любой отрасли, то надо обратить внимание на 5 основных моментов. Первое. При открытии любого объекта ресторанного хозяйства или спортивного сооружения, первым требованием это является проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств вирусицидного действия, значит, в этих данных помещениях. Это первое, что надо сделать предпринимателю. Второй момент – это, соответственно, проведение термометрии для работников, значит, проверка состояния здоровья, также наличие кожных антисептиков, рециркуляторов соответствующих, проведение влажной текущей уборки, через каждые 2 часа необходимо проветривание и, соответственно, выдерживать социальный разрыв, который предусмотрен требованиями санитарными законодательствами и рекомендации против ковида. Значит, эти все рекомендации обязательны к исполнению, они рекомендуются, вы знаете, на сегодняшний день в городе Севастополе зафиксировано при 3-дневном благополучии 4 случая, это говорит о том, что инфекция никуда не делась, она присутствует в городе Севастополе, поэтому соблюдение гигиенических нормативов, которые направлены на предупреждение распространения инфекции и, в частности, здоровья самих участников этого процесса, а также населения, это очень важный аспект, который необходимо безусловно выполнять. Проверки будут проходить в соответствии с законодательством Российской Федерации. Значит, при поступлении информации и подтверждения там, общественными организациями, соответствующими департаментами правительства Севастополя, будут оформляться соответствующие акты. На первый раз это будут предупреждения, все-таки предприниматели будут предупреждать, а дальнейшие события будут разворачиваться в соответствии с 294-м законом при получении информации. Значит, будет направляться в органы прокуратуры заявление о проведении внеплановой проверки, и при получении подтверждения будет проведена проверка в соответствии с 294-м законом соответствующими мероприятиями. Есть рекомендации Федеральной службы Роспотребнадзора, где изложены 3 этапа снятия ограничений. Вот если на сегодняшний день 3 основных показателя – это, ну, вы знаете, наличие свободных коек, распространение инфекции, коэффициент RT и тестирование населения. Если эти 3 показателя соответствуют, то у органа исполнительной власти есть механизм о снятии ограничений. Поэтому все будет зависеть, первое, от уровня заболеваемости в городе Севастополе и, соответственно, исполнение, в том числе и предпринимателями, учреждениями, санитарных требований и норм. Если мы видим, что при открытии объектов идет исполнение правил и требований санитарного законодательства, то, конечно, у следующего этапа есть шанс открыться и продолжить эту работу и функционирование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. На сегодняшний день по данным социально-гигиенического мониторинга у нас все вода морская на основных рекреационных зонах соответствует гигиенических нормативов. Единственное превышение у нас по микробиологическим показателям отмечено на городском пляже в бухте Балаклава. Вынесено соответствующее решение о запрещении купания.